Алло, ребята, всем привет! И сегодня я покажу вам один мир, вы его точно не видели. Не, ну видели уже, просто я там кое-что еще достроил. А чё у меня Майнкрафт не загружается, не понимаю. Сейчас я пробую. О, наконец-то. Кстати, ребята, я заходил на сервер. И, короче, у меня там какая-то фигня получалась. Ну, я ж вот это паркурить не смог. Так, смотрите, ребята, я сейчас вам покажу. Ну, если у меня получится. Я покажу, потому что я уже даже не знаю вообще. Ну, давайте на этот мир зайдем. Кстати, не обращайте внимания, что у меня Майнкрафт заглючит. Как всегда. Капец. Ну где тут Бэдварс? Вот где тут Бэдварс? Может, это Бэдварс? Нет. Ну, хорошо, пускай Варс. Так вот, пожалуйста, можно я зайду на какой-то сервер? Пожалуйста. Потому что я уже вообще не могу. Пес. Уже давайте в этот мир зайдем, потому что так вообще невозможно. Сейчас я покажу вам. Ну и вот это же я вам достроила. Я хотела показать вот такое вот, у меня вот такие вот ступеньки. Но это я сам построила. Правда, можно было тут сделать реальные ступеньки, но я не захотела так сделать. Потому что это я посчитала, что по-читерски. Но я, короче, такой вот сделал сад. Мне кажется, что красиво. Кому не красиво, ставьте дизлайк. Кому красиво, ставьте лайк. Ну, короче... Давайте сейчас пойдем вот сюда, вот, потому что вы этого еще не видели. Я вот так вот сюда зайду, вот так вот. Ну тут, короче, у меня вот такое вот. Я не подумала про то, что